благодарим артисток младших групп. Это маленькие щелкунята, я бы сказал, маленькие эльфы, маленькие волшебницы. Браво! Но абсолютно точно в нашей студии праздничное новогоднее настроение. Это да. И благодаря это все этим юным артистам. Череду как раз волшебства мы будем сейчас обсуждать, что же происходит и что будет праздничные новогодние балеточки. Как это пройдет, что это вообще такое, будем узнавать у хореографа, педагога, солиста театра балета «Щелкунчик» Сабины Алиевой. Доброе утро. Доброе утро. Ну, слушайте, во-первых, хочется сказать спасибо за то волшебное настроение, которое вы сегодня привнесли к нам сюда в студию. Прям Новый год он стал чувствоваться. Эти костюмы, эти красивые улыбки, смотри, эти уши. Что такое новогодние балеточки? Понятно, что там есть заложен какой-то тайный смысл про то, что все-таки балетные артисты. Расскажите подробнее. Да, наш театр каждый год готовит спектакли, балы для детей, для наших юных зрителей. И в этом году мы подготовили целых 3 спектакля для разных возрастов, начиная от самых юных, заканчивая начальной школой, можно сказать. И каждый ребенок сможет окунуться в некую сказку. Это, можно сказать, иммерсивный спектакль, иммерсивный балет, говоря взрослым языком. Поэтому каждого зрителя будет провожать от начала театра, от того, как они заходят в театр, до самого конца представления. Так, иммерсивный балет – это что-то совершенно новое. Обычно мы привыкли смотреть издалека, все синхронно, что-то ножку тянут, прыгают куда-то. Неужели зрители тоже начнут танцевать балет? Ты готов, Семен? Я так всегда. Да, это некий камерный балет, камерный спектакль с драматическими артистами и также с юными танцорами нашими, с юными учениками театра балета «Щелкунчик». А спектакль, да, идет с задействованным количеством числов зрителей. То есть у нас рассчитано примерно на 15 зрителей. Это, правда, маленькая сцена, которая устанавливается в балетном зале. И каждый зритель будет вовлечен в историю. Так, вот в этом дворце, вот эти 15 зрителей, которые дополнительно будут участвовать, я не буду спрашивать, получат ли они зарплату за это, да? Потому что они же работали и старались, хотя бы в виде конфет. Но с какого возраста вот советуете, рекомендуете, каких зрителей ждете? Поскольку у нас целых 3 спектакля, можно привести детей абсолютно разного возраста. Первый спектакль – это «Ежик в тумане» для совсем юных ребят от 1 до 3 лет. Второй спектакль – это «Сказка о лебедином озере» под классическую музыку Чайковского. Дети от 3 до 5 лет приглашаются на такой спектакль. И третий – это «Происшествие в Полярном экспрессе». Как раз-таки кусочек мы видели сегодня. Это наши новогодние эльфы, которые исполняли танец из этого спектакля. И это уже рассчитано на детей до 9 лет. Можно будет познакомиться с ежиком. С лебедями, так скажем. И с волшебными персонажами, да, которые точно на поезде будут сопровождать. А есть ли дресс-код у зрителей? Как им нужно на ваше представление приходить? Они же тоже станут частью представления и артистами настоящими. Поскольку это новогодний бал, конечно же, нужно приходить очень нарядными, максимально, чтобы даже в театре создавалась атмосфера праздника, благодаря зрителям в том числе. Поэтому всех ждем максимально нарядными, красивыми, готовыми к Новому году. Давайте про этот именно спектакль поговорим. Может быть, пару каких-то спойлеров, что было интересно. Может быть, каких персонажей мы там сможем еще увидеть, кроме эльфов? Сильно спойлерить сюжет не хочется, но могу сказать, что это сказка-приключение, настоящее путешествие в страну Деда Мороза на волшебном полярном экспрессе, который передвигается не как все остальные по земле, а это воздушный транспорт. И мы в этом спектакле сможем увидеть разных персонажей, как раз-таки дети, которые учатся у нас в хореографической школе, будут исполнять партию эльфов, новогодних снежинок и также елочных игрушек. Дед Мороз-то будет, самое-то главное? Будет обязательно. Будет. В конце каждого спектакля. Если не секрет, мы знаем, что там дети выступают. Сколько Дед Морозу лет? Всегда я задавался этим вопросом с самого детства. Ну, примерно до 20 или больше? Ну, он точно не ребенок. А он не ребенок уже? То есть все-таки работают вместе все одной большой, конечно, дружной командой. Да, это уникальная возможность для наших детей поработать. Не так же, как и драматические артисты приходят каждое утро на спектакль и отводят его. Тогда у вас есть сейчас уникальная возможность всех наших телезрителей пригласить на свои спектакли, куда, во сколько и когда приходить. Наши дорогие зрители, мы ждем вас каждую неделю декабря в нашем театре балета «Щелкунчик». Все вы можете увидеть на нашем классном новом разработанном сайте. Заходите, не стесняйтесь, приобретайте билеты. И как драматические артисты, так и юные танцоры будут вас ждать.
Спасибо огромное, что сегодня пришли к нам в гости, рассказали и, самое главное, показали нам вот этот танец. А мы уже заинтересовались, тоже хотим попасть на спектакль.